Друзья, всем привет! Это влог «Приключения с Джеком». На моем канале очень редко выходит видео про рыбалку, но сегодня как раз-таки будет именно такое видео. Мне позвонил один мой знакомый и сказал, что недалеко от нас идет на нерест уйок. Уйком здесь называют обычную мойву. Это то же самое, только местные называют уйок. Когда идет нерест, она активно подходит к берегу, трется об камни, выпускает свою икру, в общем, нерестится. Ну и, конечно же, местные жители как-то пытаются воспользоваться моментом, приходят на эти места, ну и с очками, там, кто как, кто руками, кто ведрами, начинает эту рыбу черпать и забирать домой. Я хочу поехать, в первую очередь, поснимать, как это все происходит. Ну и, наверное, возьму себе несколько штучек, приготовлю дома на сковородочке, пожарю, как когда-то на материке я это делал. Вообще интересно, я на Сахалине уже живу почти 5 лет, и каждый год я слышу о том, что подходит селедка, там уёк и так далее. И все туда едут ее и собирают. И я вот за 5 лет ни разу не ездил и этого не видел и сам не собирал. Хотя один раз поехал, получается, мне сказали, что был нерест селедки, я приехал и не увидел ни одной селедки. Ну просто опоздал, она быстренько отнерестилась и ушла. Надеюсь, сегодня такого не случится. Мне буквально 2 часа назад сказали о том, что уёк пришел, и я быстренько оперативно собрался. Ну, надеюсь, точно сегодня успею и застану этот прекрасный момент. Ну вот, друзья, я приехал на море. Смотрите, сколько людей. Все приехали тоже, вон, с очками. Атакуют мойву. Не знаю, я видел видео, где ее было много. А вот она, смотрите, вот она. Видите? Вот она гуляет. Вот она! Вот так вот она выглядит. Смотрите, какая красивая. Переливается на солнышке. И вот она, смотрите, вот она, видите, вся нерестится как. Но я видел видео, где ее прям много-много. А, ну вот, видно, люди пособирали, потому что вон на машинах огромное количество с ведрами, с мешками, короче, они. Я-то, конечно, приехал так чисто с пакетиком, 10 штучек взять на пожарку. Но выглядит она, конечно, прикольно. Такая красивая, смотрите. На солнышке как красиво переливается. Ух, ускакала. В общем, ладно, сейчас пособираю себе немножко. Вот, друзья, выкинула волной, смотрите, все прям в серебре. Вон сколько ее много, смотрите. Вон, 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 вон. Вся прям прыгает. Ну все, друзья, вон мой пакетик, набрала немножко мойвочки себе домой. Буду жарить. В рассоль ее можно сделать. Смотрите, вот народ собирает. Все с очками, с пакетиками, с ведрышками. Она прям вот бывает, волной ее выкинет, прям много. Потом она заканчивается, надо опять двигаться по пляжу, где-то искать ее. Ну, на этом все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите, как вам такая вот сахалинская рыбалка руками. И увидимся в следующем видео. Всем пока!